Ничего, паркурить умеем. Умеем. Я что-то не заметил. Сам писал, сам не знаешь. Ладно. Мэй, бум, эпично. Стоять на месте я так не умею. Вот. Всем привет, сегодня будем смотреть первый город на конкурс городов. А подробности, как участвовать в конкурсе, будут в моем дискорде, на который ссылка будет в описании. Давай начинать смотреть. Так, в порталы не заходите. Я мне его еще надо установить. А, нам сейчас тут и члены. Сейчас стоять на месте, я скажу когда. Стоять на месте я так не умею. Вот. Ну, придется. Выбора нету. Так, и последний остался. Так, ну... Так, прием. Я тут... Сейчас последние штрихи доделываю, и будет готово. Идеями набирался у своего друга, да? В город очень крутой. Ну... Ты про что? Город? Вот это я еще очень давно строил. Все, можно заходить в красный портал. Уже готово. Все? Да, да, я же говорю. А, ладно. Разрушенный город на войне? Ядерная война. Точнее, ее последствия. Ну да. Вот начну с этого здания. Это бар. Бывший. А, ну дверь работает? Да. Как? Ну тут просто этот. А, шарнир. Вот это вот. Кроме двери, ну типа она уже не может работать. Ну тут даже стекло разбито. Автомат закрыт. Да, значит после ядерного взрыва тут все-таки кто-то все-таки что-то делал. Ну, выжившие всегда будут. Машина разрушенная, конечно, везде песок. Светофор, дом. Это разрушенный магазин. Магазин? Ну, бугорки, если честно, очень красивые. Пол двери. Двери развалистые. Это что такое, батарейка? Ну, фонарик. Все лампочка. Фонарики потухли, кроме одного. Ну, кто-то его вырубил тут, а кто именно, это уже не знаю. Выживший. Ну, единственный выживший, это ты. Вот. Это магазин одежды. Да, ступеньки, топчик. Ну, имеется в виду то, что магазин разрушенный. Тут все разбито, одежда. А что одежду выжившие-то не украли? Ну, типа за бесплатно не взяли. Ну, наверное, не подходит уже. Так, ну... Ладно. Я думаю, закрывается. Называется. Заржавел. Не работает. Радио. Рабочие, кстати. Все-таки выжившие что-то тут сделали. Закрыли хотя бы. Пошли дальше тогда куда-нибудь. Закрывать, когда половина здания сломана. Это как он так стоит? Ну ладно. Ну, бензин продают. О, бензин теперь бесплатный. Круто. Получается так. Если он вообще остался. Ладно. Тут все сгорело. Дверь открывается. Мы, бум, эпично, закроем за собой, а то сейчас еще выжившие прибегут с пистолетами. Обычная заправочка. Стой, можно я закрою дверь? Вот это ее проблематично закрыть. Ладно, пусть будет закрыто. Так, тут у нас подсчитываем деньги. А можно деньги вытащить? Ладно. Заржавело, не выйдет. Ладно, не открывается. Тут тоже все заржавело. Впрочем, не открывается. А внутри там, о, там игрушка, пасхалка. Это секрет. Как туда зайти? Никак. Только от третьего лица, как только что я сделал? Да. Я нашел секрет, ура. Тут везде кактусы выросли из цемента. Так, вот лучше всего сюда идти за мной. Стоп, а. Просто по порядку. Я хотел в болото залезть. Или что это? Что это? Да, ну, бывшее море. Где? С отходами. А, то, ну да. Там самое интересное. Это военная база. Старая. Тут... Мне кажется, она не военная. Что это за маски разные всякие? Ну это чтобы колеса вверх полились. Ладно, тут ну, какая-то записка. Что это за записка? Ну, шрифт непонятный, почерк странный. Сам писал, сам не знаешь, ладно. Сюда, 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 это еще не все. А тут же закрыто. А, дырка, я что-то не заметил. Так бы и прошел. О, я попал в секретное место. Тут тоже все поломано. Можно открыть дверь. Да, мало чего тут осталось. Да, тут дверь поломана, но ничего. Мародеры все украли. Ой-ой-ой. Это залом. Тут что-то работает все-таки. Генератор. Электричество есть. А вот компьютеры не живые. Электричество не нужно. Так, пошли на лужу. Наружу. Там еще можно подняться еще выше. А тут просто камни. Там завал. И теперь пойдем в море с отходами. Ну, точнее, то, что осталось от моря. Прыгиваем из этой дырки. Ну, еще в море рановато, тут еще можно кое-что посмотреть. Ну давай. Вот везде бугорки красивые, типа неровности. Зайдем. Тут есть такой мини-паркурчик. Походить. О, домик выживших, да? Да. О, из разного барахла. Всякого. Сделано. То, что осталось. Ладно, пошли тогда в море. Так, ну тут есть деревья без листьев. А, нет, есть. Тут ну, есть чуть-чуть. Море с отходами, в котором я утонул. Чем мне хорошо. Дальше. На другой стороне начнем с лодки. Тут еще под углом, это тоже прикольно. На лодке можно кататься? Нет, лодка не работает. А
Окей, понятно все. Так, дальше. У нас тут есть дверь вышиблена. Ладно, вышибли дверь. Тут открывается дверь. Ну, я понял, потому что она там отдельно стоит. Тут... гостин. Да. Кто-то тут кушал, и как бац, ядерный взрыв. Даже у кого-то стульчик вид, обвалился. Конечно, хороший из окна. Да, даже стульчик обвалился. Дальше выходим отсюда и переплываем. На задний двор, на задний двор. Там еще что-то есть. Посмотрим. Много чего есть по карте. Ого, это куда? Пошли. Так, тут есть вышка, которую я не пролезаю. Думаю, я останусь здесь. А так все посмотрим. И так хорошо, ты чё? Уж точно обвалил. Сейчас я долезу до туды. Посредине надо просто залазить. Так, тут у нас сейчас электричество. Только его уже тут не осталось. Оно осталось только в генераторе. И прыгаем на крышу. Паркурим по деревьям. Обвалились. Вот нам бы сейчас бы эта лодка пригодилась, чтобы добраться. Да. А теперь будет смертельный паркур. Ладит, он нас не удаст. Можно где-нибудь строить-то? Зону строительства? Можно. Ой, это что за полоска? Что это за полоска? А, это оно так соединилось криво. Два слота. Да, кому-то куда-то ведет. Ну ладно. Так, дальше у нас что? У нас тут есть машины. Они уже сломаны. Вот есть обрыв, по которому я бы хотел добраться. Ничего, паркурить умеем. Умеем. Только стоило сказать. Сейчас я прибегу, подождите. Так, секунду, ждите. Там есть что-то интересное? Да. Не зря же я паркурю. Вот. Ой, это что такое? Вторая секретка. Так, ну и тут проход в никуда. Можешь открыть его, пожалуйста? Ну, если... ну так просто, как бы да. Ой! Как бы вот. Круто-то как. Ну, вот такой город после ядерного взрыва от Фреста. Флерста, то есть. Флерста. Ну, сложный ник. Ну, на этом все. Всем пока.